Как дела, друзья? Меня зовут Мако, и мы продолжаем с вами играть в Stardew Valley. Чудесная шапочка на нас, да? Прямо как... Я как будто знал, что мы ее выиграем, когда делал картинку или постер, или значок, как называется, на Ютубе, да? Под видео. Шапочка обалденная. У нас, кроме того, еще есть с вами... Не забываем сапожки, которые мы нашли в шахтах. Так, нужно немножко. Да, и чем мы сегодня займемся? Сегодня день рождения Хейли. Мы ей подарим подарочек обязательно. Так как мы пропустили, конечно, день рождения Льюиса и малого того. Что было не здорово. Как-то я... Завтыкал, в общем. Ну, там, в принципе, особо и... Просто каждый из персонажей, насколько я понимаю, отдают предпочтение каким-то своим предметам. То есть, любимые какие-то предметы, какие-то занятия. Ни в коем случае, допустим, одному нельзя подарить то, что можно подарить другому, допустим, тот, который любит, да? И еще у меня есть для вас сюрприз, о котором я умолчал или... Не сказал с прошлой серии. Все по порядку. Скоро вы узнаете, что мы подарим Хейли. И что же будет за сюрприз. Так. Давай. Набирай водичку. Времени у нас нет. Я хочу в этой серии облагородить, друзья, нашу... наш огородик. Облагородить огородик. Да. Немножко в планах порыбачить. И кроме того, еще и сходить, конечно же, на 15-й день, то есть завтра, по игре. Сходить и немножко подобывать полезные ископаемые, потому что нам их очень не хватает, так как мы с вами уже теперь можем крафтить машину для майонеза. Для приготовления майонеза, потом поливалочку и что-то еще. А, и каменное ограждение, то есть каменный забор. Намного больше он у нас простоит, чем обычный деревянный. Это прикольно. Так, кроме того, оказывается, можно налить водички нашему Кузе. Кузя, беги пей, беги пей. А то вода застоится, потом невкусная будет. Так, хорошо. Значит, что за сюрприз? Давайте я вам сразу его раскрою. Да, я купил семена все-таки клубничные. И они, их можно купить только во время яйцевого фестиваля. Фестиваля яиц. Это очень классно. Я просто не мог упустить такой момент. Такой драгоценный момент. Не знаю, конечно, сколько она будет вообще давать и сколько будет стоить эта клубника. Но куст клубники вроде бы как созревает 12 дней. И потом через каждые 4 дня будет давать нам несколько клубничек. Ну, так же, как и картошка, в принципе, да? Хорошо, значит, у нас уже 11 часов. Мы отправляемся с вами... Белочка, белочка, белочка. Опять эта белка. Мы отправляемся с вами в магазин. Сейчас продадим то, что нам практически не нужно. Заработаем немножко деньжат. Естественно, возьмем очередной раз какие-то новые семена. Что-то мы еще не садили. Сейчас с вами посмотрим обязательно. Так, доска. Заработай, пожалуйста. Доска. Что ты делаешь? Зачем ты доску поливаешь? Не нравится мне эта доска. Давайте мы ее польем. Да, сегодня Хейли день рождения. И мы не должны это упустить, этот момент. Потому что нам нужна подружка. Как минимум, да? Чтобы потом, если что, сыграть с ней свадьбу. Тоже довольно интересно будет. Так. Это мы продаем. И это мы все продаем. И нам вроде бы должно хватить... Да, капусту мы просто не садили. Вроде бы все остальное пока что... Есть, да. Давайте возьмем капусты. Сколько? Раз, два, три. Четыре, пять.
5 капусточки. Чудненько. И отправимся искать Хейли. Вообще было бы здорово, конечно, если бы они приходили сюда, в центр города, на свой день рождения. Ты кто? Это Пенни. Пенни, привет, ля-ля-ля. Хейли не видела? Она где-то здесь, по-моему, живет. Эмили. Привет, Мако. Привет, ты Хейли не видела? Ты уже приобрел себе овец, чтобы с них иметь шерсть. Какая шерсть? О чем ты шепчешь? Ты прикалываешься надо мной. Я толком на рюкзак нормально не могу заработать. А он нам очень нужен, конечно же. Ну, раз Хейли мы не можем найти, друзья, то мы посадим капусточку. И сразу же, конечно же, ее польем. Кроме того, я планирую закончить наши тропиночки. Пам-пам-пам. Хотя бы так, хотя бы так, хотя бы так. Так, 6 часов, кстати. До 8, с 8 до 8 они закрываются. Я думаю, что пора уже, наверное, бежать. Не хочется, конечно, мне упустить момент, когда можно подарить подарок. Тем более, когда он у нас есть. А вот и она. Так, волнительный, конечно, момент. Привет, малая. Ну чё, затусим? Чикса, бейба и... Ну, в общем... В общем, я... Ой, прости, это не я. Я от волнения просто. Я не могу... Ну, в общем, на, держи. О, на мое день рождения ты подарил мне... Подарок, как ты догадался, спасибо, это очень мило. И что? Давайте еще с ним поговорим. Моя сестра такая странная, иногда я удивляюсь. Вообще, то есть сомневаюсь, что она вообще моя сестра. Так, ну ладно. Окей, подарочек подарили. Слышь, Чикса, может замутим, а? Смотри, какая у меня бицуха. Смотри, какие у меня ботинки. Смотри, а вот эту шапку я выиграл на фестивале яиц. Ты что, застеснялась? Фу, ты такой противный, уйди от меня. Отпугнул. Ни раз не сработало, видимо. Ладно. Придется печалиться и возвращаться домой. Только перед этим мы с вами посмотрим... Да, Хейли, одно сердечко. Чудненько. И еще один подарочек. Можно еще один, конечно, подарить нарцисс ей. И, быть может, еще одно сердечко будет. В общем, мы будем иметь в виду, что это наша такая потенциальная будет, да, жена в будущем. Так, стой. Не понял, почему ты... А, ты эти пенечки не рубишь. Только у себя на территории. Нифига себе. Нормально. Ладно, пойдем спать. Тут у нас есть пруд. Что там пруд и кто у кого что прет, я, конечно же, не знаю пока что. Но, по крайней мере, мы попробуем здесь что-то словить. Ах ты, блин, дрифтвуд. Зачем мне дрифтвуд? Непонятно. Рыбка, ловись. Ты должна быть. Хотя бы жабу словить, что ли, сожрать ее. Ну? Ну? Как же теперь быть? Взял, отпугнул девушку, блин. Тоже мне нашелся.
Джорджа Кола. Офигеть. Я очень счастлив. Тоже мне нашелся. Хвастун. Ботинками он хвастается, шапкой. Нашел чем хвастаться. Девушкам... О, разбитые очки. Прикольно. Короче, здесь всякий хлам. Насколько я понимаю. Да. Нифига нам здесь не светит. Ну, просто чтобы знать, мало ли. Классно было бы, если бы можно было еще... прикармливать рыбу или разводить, допустим, в пруду. Ну, чё ты? Парень, открывай. Эх, ничего не вышло, конечно, у нас с рыбалкой. Ну, а этот всякий хлам я даже не знаю. Может, покидаем в эту фигню? В эту нашу ящику? Давайте в ящик покидаем. Вот, может, денег каких-то поднимем. За это я, конечно, сомневаюсь. Но тем не менее. Кузя уже спит. Давайте растопим, наверное, каминчик, чтобы ему жопу немножко припекло. Да, чтобы он знал, что где можно ложиться спать, а где нельзя. И тоже с вами ляжем. Да, 15-й день, 15-й. И нам все-таки дали 25 голды за всякий хлам. 276 у нас сейчас. И мы, конечно же, сейчас с вами бэмц вот так вот загасим. Загасим! Всех будем гасить. Потому что мы отправляемся с вами в шахту. Так, что там? Но... что-то как-то не срабатывает. Чё завтра за погодка будет? Опять солнечно и светло. Отлично. Я не знаю, мы, наверное, не будем с вами брать никакой удочки, ничего такого. Экс. Экс тоже здесь. Эту штуку мы тоже оставим. Да, есть еще один секретик, который я никак не могу... просто увидеть вот этой штуки, чтобы вам его показать, этот секретик. Так, нам нужна кирка, нам нужна поливалка. И сейчас мы, естественно, польем все заново. И, кроме того, мы что-то сильно тратим энергию теперь. Нам нужно поливалку сделать 100%. И надо, кстати, рецептик посмотреть. Рецепт крафта этой поливалочки. И что она вообще, на что способна. Потому что мы так будем, конечно, тратить очень много времени на большой огород. Не стоит его, конечно, большим делать и таким разляпистым. Лучше как-то стараться, друзья, все делать компактно. Чтобы так. И поближе, конечно, к водоему. Можно сделать, конечно, колодец, но он будет слишком, мне кажется, дорогим на этот момент наш. Ладно, обойдемся пока так. Блин, ну если я сейчас все это продам... Надо заранее, знаете, вот как, если ты садишься играть в эту игру, то лучше, конечно, сразу готовить список дел. Ну, то есть это, знаете, есть вот такие специальные люди ведут, садоводы обычные или фермеры, ведут специальные, друзья, календари. Календари, записки, там, ежедневники, то есть сколько они посадили, что чего надо сделать, как сделать.
куда сделать, почему сделать, зачем сделать и тому подобное. Потому что без этого реально голова кругом. И кроме того, здесь такие возможности в игре, насколько я... мы с вами уже знаем, да? Что просто, блин, жесть. Это просто пупухелька. Голова моя, головонька. Выдержи, пожалуйста. Лонис, привет! Опа, у него ягоды, что ли, какие-то растут? А ну-ка, давайте проверим. Не, давайте на обратном пути. Мы здесь все равно будем возвращаться. Если, конечно, нас не завалят. Мне дико интересно, что там нас ждет. Потому что мы добрались с вами, напомню вам, друзья, до 10 этажа. Или до какого? До какого этажа мы? Да, до 10-го. Добрались. А может, будем с 5 по 10 идти? Кстати, хорошая идея. Просто-напросто проверить, генерируются ли новые шахты, если мы в них давно не заходим. Ну, то есть, нам же нужно медь добывать, правильно? Будем потом уже знать. Если такого нет, то, ну, блин, день пройдет зря. Но информация, конечно, стоит в наше время, да? Либо денег, либо времени. Как ни крути. Так, лучок. Давай-ка будем тебя жрать. Хорошо. Да, смотрите-ка. Копирорчик восстанавливается. Генерация происходит. Отлично. Все чудесно. Единственное, что как нам повезет с ней. Ну, вроде нормально пока. Угу. На первых уровнях я, конечно, с нулевого не начинал, друзья. Вы должны понимать, что... на первых уровнях там практически нет меди, а лишняя трата времени. Ага. Что тут у нас? Коал. Тоже не обидно. Угу. Здесь вообще голяк. Давай, дружочек, давай. Тебе бы скипидарчику, конечно, в одно место, чтобы ты побыстрее как-то двигался. И перемещался. Ага. Это у нас кто? Топазик? Да, топаз. А тут какая-то уже другая пещера. Я что-то не помню, чтобы она такая вот извилистая была. Со всякими узкими проходиками. Так, ну тут по-любому мы не пройдем. Надо быть, конечно, повнимательней, потому что лишнее время стоит очень дорого. Так, тут что-то как-то... ага. Опа, новый какой-то камень. Погоди-ка. Что это такое? Какие-то кристаллы, да? Аметист. А, так это аметист. Здесь медь у нас есть. Чудненько. Почему эти бочки нифига не дают? Вот так как-то обидно, блин. О, проход сразу. Бочка, да, и что-то полезное, блин. Ах. Хоть какая-то из вас даст мне что-то полезное. Если бы они еще здесь были, да? Разогнался одноглазый. Так, тут мы забираем тоже. Хорошо. Давай, дружочек, давай. Ага. 6 часов. Вернее, 6:30 уже. Проход там. Да, выходим. Десятый этаж и возвращаемся, значит. На нулевой. Можно было бы, конечно, еще парочку пройти. Но уже энергии голяк.
пока светло, надо вернуться, еще и вот эти ягодки проверить. Нехорошо, конечно, у Луниса их тырить. Но, извините, они тут растут. О, инвентарь полный. Так, 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 тихо, 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 тихо. Что нам, что мы можем... Вот эту фигню мы можем выкинуть. Вот, отлично. Салманберри. Салманберри, я не знаю, что такое салманберри. Видимо, что-то прикольное. О, класс. То есть, получается, с 15 числа растут салманберрики. Офигенски. Ладно. Салманберри это вроде бы как ежевика типа. Походу, да? А чё они у нас не растут, блин? Обидно. Обидно. Давайте хоть посмотрим, что это такое. 25 энергии. Spring Time Berry. Растущая в лесу. Нет, это какая-то... Ну да, ежевика уже вроде дикая ягода, правильно? Пым-ти-пам-па-пам. Пам-пи-пам-па-пам. 10. Хватит. Или не хватит? Да хватит. О, черепом, смотрите-ка, можем сделать. Один получается у нас уголь и 4 копирора. Блин, дофига. Дофига 4 копирора. Это практически целый слиток. И сепик. Сепик, сепик, сепик. А давайте сделаем сепик. Вот так. И что-то удобрим. Мы, наверное, удобрением займемся нашей клубнички. Правильно? Правильно. Давайте сразу это сделаем. Must be added before planting. Ё-моё, вот это облом. То есть удобрять нужно до того, как... Ах ты жопа, блин. С ручкой. Фигово. Реально фигово. Ох, ложимся спать. Итак, друзья, что мы с вами сделали на этот момент? Мы с вами будем продолжать, наверное, ухаживать за Хейли. Мы научились, кстати, ремонтировать мосты, и внизу, вот где мы ловили рыбку, да, на берегу, там есть мостик. И насколько я помню, там 300 нужно дерева. У нас их около 200, нужно будет еще буквально сотеньку, и мы сможем пройти туда и насобирать всяких кораллов, и может быть что-то еще интересненькое найдем. Кузя спит, все отлично, пойдем, наверное, уже как-то... В общем, не знаю, чем будем заниматься в следующей серии, что-то да придумаем. Я буду вас обязательно ждать, ссылка на плейлист в описании под видео, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. И я спать. Пока-пока.